Анастасия Никитина вот на наших экранах. Вот ее знаменитый турлян. Очень долго стоит на полупальце. Любопытное музыкальное сопровождение. Тема без самоучи, но в обработке. Да, в обработке. Конечно, очень много приходится выполнять гимнастических элементов во время упражнения, поэтому, конечно, тренеры, хореографы вместе с гимнастками приходится им искать какие-то и музыкальные интересные композиции, чтобы выразить как-то композицию, чтобы гимнастка выглядела индивидуально. Поэтому, конечно, тщательно ищется музыка и подбираются элементы тела, предмета, связующие элементы.